Что необходимо для праздника? Игрушки, конфеты, песочное печенье, газировка и, конечно, символ Нового года – мандарины. Такой сладкий сюрприз подготовили благотворители для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Юлия Козенкова, президент благотворительного фонда «Не бойся, мы с тобой», уже полтора года помогает тем, кто остался один на один со своими проблемами. У нее на попечении 300 семей не только из Одинцовского округа, но и со всей Московской области. Мы стараемся сотрудничать, взаимодействовать, потому что, ну, у кого дети с особенностями, очень важно это общение живое, советом, участием, понимаете? Потому что дети растут, много новых методов лечения есть сейчас в мире, да? Кроме фонда, в роли благотворителей выступили администрация и ТСН «Можайка». Подарки получили более 30 семей. Всех желающих, кто хочет сделать добро нашим ребятишкам, нашим детям-инвалидам, пожилым людям, участникам Великой Отечественной войны, вдовам, детям войны, можно всегда прийти даже вот в эту библиотеку номер один и под елочку положить подарочек. Всех поздравить с Новым годом. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».